Шериф уступил Петрокубу в матче Суперлиги в Хинчештах. Счет 1-2. До конца чемпионата остается 3 тура. Ближайшую игру Шериф проведет послезавтра. На своем поле он примет Зимбру в рамках Кубка. Шерифу необходимо было побеждать, чтобы сокращать отрыв от Петрокуба, который идет на первом месте. Но наша команда пропустила быстрый гол. Уже через 3 минуты после стартового свистка соперник повел в счете. Шериф бросился отыгрываться, и хозяева могли еще несколько раз подловить на контратаке. Петрокуб увеличил преимущество во втором тайме после ошибки голкипера тираспольчан Силича. Под занавес матча Шериф 1 гол отыграл, забил вышедший на замену Аканби, но на то, чтобы уйти от поражения, времени не хватило. Петрокуб продолжает лидировать и опережает Шериф уже на 5 очков. Особо комментировать нечего. Вы сами видите, какой счет, поэтому проиграли и проиграли. Все, нечего сказать. Раз такой счет, значит, по игре. Послезавтра еще одна важная для Шерифа игра. В полуфинале Кубка Молдавии он примет на своем поле Зимбру. Это ответный матч. Шерифу надо отыгрывать разницу в 1 мяч. Встреча пройдет на малой арене и начнется в 7 вечера. Вход свободный.